Большие гонки по-сочински – это веселая эстафета. Дети соревнуются, используя забавный мягкий инвентарь. В нынешнем турнире участвовали 160 воспитанников сочинских спортшкол, всего 18 команд. Это юные спортсмены 10-12 лет. Все они представляют разные виды спорта, а сегодня им предстояла нелегкая задача не только справиться с необычным инвентарем, но и научиться работать в команде. Все эти этапы приспособлены для решения командных задач. Это командные, определение командных лыж, гусеница. Вот здесь как раз тот навык, когда нужно работать в команде слаженно, а не сам по себе, вот я лучше, а нет. Здесь нужно распределить силы на всю команду и сделать прорыв всеми участниками. Для того, чтобы бежать быстрее всех, например, в таких гигантских лыжах или в гусенице, всей командой нужна не только ловкость, но и смекалка. Не все получалось даже у представителей командных видов спорта. Самое главное и самое трудное – это сохранять командный дух и не ругаться, и поддерживать друг друга в самые сложные моменты нашей спортивной жизни. По итогам рождественских гонок быстрее всех оказалась команда первой спортшколы Олимпийского резерва. Большие гонки по-сочински проводят в городе с 2014 года. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.